Так, маленькие технические зарисовки. Это стройка выходного дня, строим дом. Здравствуйте. Значит, чтобы мне выйти отсюда, с колодца, и зайти вверх на колонну, только колонна будет вот здесь, мне надо 9 метров трубы. Значит, естественно, 25-ки, синий. Естественно, электрокуровской трубы на 2 меньше, 7 метров. Так, это раз. Второе. Отсюда, ну уже не 63-кой, а 110-кой, выйти вот в этот район. Мне надо будет 9 метров трубы электрокуровской, 110-ки. Но не питьевую, буду потом уже все это дело ложить. Так, чтобы выйти в баню, мне нужно 4 метра трубы 63-ки с готовыми, в общем, с готовой трубой. А трубы, наверное, тогда надо будет метров 5 синий. И утеплено все должно быть. И засунуто. Вот такую 63-ку. То есть это по готовности. Значит, 4 63-ки, 5 метров. Это трубы, которая питьевая. 25-ка. И чтоб уйти сюда, надо 110-ки. 9 метров. Это если с утеплением. Если буду ложить без утепления, то 63-ки достаточно. 9 метров. Значит, грубо говоря, получается 9 по исходящей 9, 9, 7, 4. Вот таким вот образом. 99, 74. 47, 99. Кто как хочет, тот пусть понимает. Так. Ну, чтоб не мешало, конечно, сюда лучше заводить. А если оттуда гнать канализацию куда-то сюда, а не делать ее вот на месте, где лопатка висит. Ну, хотя лучше канализация вышла и все. А если ее все-таки ложить, а если, ну, она тогда летняя, не так уже и глубоко ее нужно потопихать. И тогда сюда. И вот сюда вот. Но не хотелось. Это банная, она как бы чистая канализация. Ну что там, помылся, шампунька и все прочее. А если, конечно, с туалетом, лучше делать отдельную. Ну, в общем, как-то вот так надо подумать.